чую. Ловит мух, комаров. Какие же они страшные. Интересно, они рождаются такими же, что ли? Нет, мне мама читала недавно про лягушек. Сейчас я тебе расскажу. Лягушки – это удивительные создания. Кроме обычных зеленых лягушек, на Земле есть еще много их разноцветных сестер. Живут лягушки не только в воде, но и на суше. Именно от места жительства зависит их окраска. Как же появляются лягушки? Весной самка лягушки откладывает яйца. Эти яйца называют икрой. Икринки лягушки похожи на маленький глазик. Внутри круглого белого мешочка находится крошечная черная точка. Эта точка очень быстро растет. Через некоторое время уже можно различить маленького головастика. Головастик подрастает и выбирается наружу. Мамы рядом нет, поэтому он сам начинает искать себе еду. В воде всегда найдется множество мельчайших растений, которыми с удовольствием питается маленький головастик. Если присмотреться, то по бокам его тела можно увидеть крохотные отростки, похожие на перышки. Это жабры, при помощи которых головастик дышит в воде. Со временем у головастика вырастают задние лапки, а жабры исчезают. Но он все больше становится похож на лягушонка. Головастик растет, и у него появляются легкие. И он начинает дышать воздухом, высовываясь из воды. Хвост у него становится все меньше, зато начинают расти передние лапки. Наконец, головастик становится настоящим лягушонком и может выбираться на берег. Он отталкивается от земли с сильными задними лапами и прыгает, как мама. Любимое лакомство молодой лягушки – червяки и улитки. Ваня, почему ты такой грустный? Тебе что, не понравилось? Что-то мне было очень интересно. Я узнал много нового, но мне было очень стыдно за свое поведение. За то, что я не справедлив этим лягушкам. Спасибо, парень, за интересную информацию.